В прошлый раз мы с вами говорили о первых шагах на пути институционального строительства в области современного русского искусства. Мы говорили о том, что большое дело делают индивидуальные кураторы, которые показывают это искусство за рубежом, создавая большие экспозиционные проекты для западных и русских выставочных площадок, будь то музейные пространства или некоммерческие выставочные залы. Мы говорили о государственных структурах в количестве одной штуки, которые начинают работать именно в этот период времени и делают незаметное, но очень важное дело, для помогая современному русскому искусству встать на такие вот тонкие новорожденные ножки. И мы говорили об инициативах в области некоммерческой художественной практики, так называемых NGO, Non-Commercial, Non-Governmental Organizations, которой, например, являлся Центр современного искусства, расположенный на углу Якиманской набережной, улицы Димитрова. Также мы говорили о первых опытах русского искусства на ниве художественного рынка, который был дик, не организован, не осмыслен. И первые шаги на этом поле казались скорее наивными и непрагматичными, хотя в теории очень много было известно, очень многие вещи, которые проговаривали на страницах больших и малых художественных изданий, ведущие специалисты в этой области были вполне адекватными, вменяемыми и основательными. Но, тем не менее, практика хромала, прямо скажем. И сегодняшняя наша встреча будет посвящена организациям, которые именно вот в этой области сделали не меньше, чем Государственный центр современного искусства, не меньше, чем другие институции, возникшие в начале 90-х. Это Московские художественные галереи, которые начинают активную работу именно в этот период, в самом начале 90-х годов. Именно поэтому я расположила эту тему в 92-й год, поместила ее именно в этот временной отрезок, поскольку для Москвы, для России этот год чрезвычайно важный не только в смысле обретения страной новой государственности, возникает Российская Федерация как независимое самостоятельное государство, так и с экономической точки зрения это чрезвычайно важный год, для многих трагический, для многих полный надежд, иногда это совпадало. Год экономических реформ, которые многих привели к бедности, но многим дали шанс на то, чтобы стать самостоятельными и финансово независимыми. Поэтому, наверное, я решила начать сегодняшнюю нашу встречу с фотографии Игоря Пальмина. Ну, здесь всего лишь две из большой подборки, опубликованные в журнале «Декоративное искусство», который вышел сразу после подавления августовского путча 91 года. Как видите, продолжает издаваться пока что художественная пресса. И опять И вот, например, на этой фотографии запечатлен памятник Павлику Морозову,
сокрушенный также со своего пьедестала, как и памятник Дзержинскому на Лубянской площади. Вот он лежит рядом с постаментом, накрытый целлофаном, как саваном. И, наверное, это один из многочисленных зримых символов времени, который можно было наблюдать в те годы как на больших площадях, так и в небольших скверах Москвы. Падение символов старого времени, рождение знаков нового времени. Здесь несколько иллюстраций к нашей прошлой встрече, которые по техническим причинам я не смогла вам показать. Это фотографии экспозиции выставки, которую курировал Иосиф Бакштейн. Называлась она «Шиза Китай. Галлюцинации у власти» и объединила художников-концептуалистов разных поколений. И, наверное, стала первой выставкой, которая состояла не только из станковых произведений, объектов, картин, графики, но и превратила показ инсталляции в одну глобальную инсталляционную конструкцию. То есть постепенно, несмотря на перемены политические, экономические, социальные, московский художественный мир продолжает осваивать технологии и способы развития, способы высказывания на больших экспозиционных площадях, которые давно и прочно господствуют на Западном художественном фронте. Это фрагменты выставки «В сторону объекта», которую курировал Андрей Ерофеев. Еще один пример такого подхода, когда единая кураторская идея превращает повествование об истории московского неофициального искусства в одну большую инсталляцию, которая уже утрачивает множественность авторства и становится произведением одного, в кавычках, художника, а именно Андрея Ерофеева, как куратора этого проекта. И для того, чтобы проиллюстрировать нашу предыдущую встречу и начать разговор о новых временах московской художественной жизни, я хотела показать вам эту обложку второго номера журнала «Декоративное искусство» за 1991 год, который был полностью посвящен вопросам развивающегося художественного рынка. Еще раз обращаю внимание ваше на дату, это февраль 1991 года, значит, к выпуску журнал готовился в самом конце 1990 года, когда еще был Советский Союз. Но, тем не менее, обложка украшена логотипами уже тогда существовавших галерей, которые все приняли участие в первой международной художественной ярмарке современного искусства, которая прошла в Центральном доме художника, называлась она «Арт-миф». И здесь вы видите логотипы первой галереи, логотипы галереи Гельмана, галереи «Сегодня», галереи «Арт-модерн». Многие из этих галерей давно исчезли с московской художественной карты, но некоторые из них доселе живы. На этом снимке вы видите, как открывался выставочный зал на Октябрьской улице, дом 26, в 1986 году. Торжественное событие для района, район Марьиной Рощи и окрестностей, получает большое пространство для экспонирования новых произведений советских художников. Образцы этих произведений перед вами, так же, как и лица и фигуры тех, кто открывает это пространство, все еще доминирует советское настроение. Ленин всегда впереди, советский солдат защищает Родину. Избитый набор тем и сюжетов, паркетный пол,
белые стены, большие окна, из-за этого в выставочном зале немного повесточной площади, но зато много места для вот такого рода собраний и исполнения советских песен, потому что на открытии пел какой-то хор девочек, насколько я могу судить по архивным материалам. Совсем иначе выглядел интерьер самой первой галереи, которая открылась в Москве. Галерея так и назвала себя «Первая галерея». Располагалась она в пространстве, самом что ни на есть центральном. Это было по тем временам обширное такое двухзальное помещение на Страстном бульваре. Зарегистрирована галерея была в 1988 году и носила сразу же статус частного предприятия. Открылась для посетителей она в 1989 уже году и начала сразу же очень интенсивную выставочную деятельность. Выставки там открывались практически каждый месяц, и основной состав участников выставочной политики галереи – это были друзья галеристов, а галеристами были художники, как это ни странно прозвучит сегодня. Но именно художники решили с помощью коммерсантов, которые предоставили помещение, открыть место, которым было бы не стыдно показать себе и тем, кто считался тогда новым русским, работы своих друзей. Галеристами стали таким образом Евгений Мета, сын знаменитого советского кинорежиссера, Айдан Салахова, дочь знаменитого советского художника, и Александр Якут, сын знаменитого советского киноактера, художник. Все они, естественно, по образованию были художники. То есть, как тогда сказали бы, да, в общем, что греха таить и говорили, это было место золотой молодежи, которая, тем не менее, не боялась много работать и использовала как свои связи, так и свои возможности финансовые и социальные, для того, чтобы представить свое любимое искусство, свое любимое занятие таким образом, которого это искусство было достойно. Как видите, на этой обложке фотография. Это фотография входа в первую галерею, то есть, когда вы входили, вы попадали в небольшой зал, где располагалась стойка, а в большой зал вел вот этот вот по постмодернистски деконструированный античный портал. Стены были гладко оформлены, выкрашены в белый цвет, как это и полагалось в тогда уже доминировавшем типе западного коммерческого художественного пространства White Cube, который полностью готов под любую экспозицию. После каждой новой экспозиции зал обновляется, стены заново красятся, готовы конструкции для следующего показа, для следующей сложной инсталляции. Тем не менее, первые вещи, которые показывали в первой галерее, это были вещи в достаточной степени традиционные по форме, то есть это либо такие вот объекты картины, как это работа Николая Козлова, созданная в очень типичном постконцептуалистском таком стиле конца 80-х годов, который весь построен на сочетании, таком почти анекдотическом сочетании вещей, слов и изображений, между которыми зачастую не оставалось никакого зазора, и необходимо было
исключительно в этом ребусе выявить некоторый анекдотичный, вот этот смешной план и насладиться остроумием автора. Или вот такие работы, которые с технической точки зрения представляли собой живописные произведения, то есть это акрил на холсте. Либо это были вот такие работы, которые можно было прочитать и как некоторые формы протоинсталляционные. Однако во всех случаях, и это было характерной чертой первой галереи, все проекты, которые там были показаны, были произведения, хотя они все представляли из себя некое связанное художественное высказывание, все они могли быть разъяты на отдельные части, все они могли быть проданы дискретно, ну как бы по частям, так же, как и этот довольно провокационный проект самого куратора галереи Айдан Салаховой, которая изобразила Давида Микеланджело достаточно, с одной стороны, минималистично, с другой стороны, по моде того времени агрессивно. То есть это были известные любому студенту художественного вуза глаза Давидовы, которые требовали прорисовки на уроках графики, так и изображение самой главной мужской части этой скульптуры, исполненные в самых разных художественных стилях XX века. Первая галерея просуществовала, в общем-то, недолго. В 1989 году, наверное, был самый, ну, можно сказать, такой триумфальный полет этой галереи, как над Москвой, тогда еще совсем практически безгалерейный, так и над всем прогрессивным художественным миром. В 1989 году в Москве в связи со своей ретроспективой в Центральном доме художника оказывается Роберт Раушенберг, который, познакомившись с молодыми галеристами первой галереи, настолько был очарован этими молодыми людьми, их энтузиазмом, их любопытством, интересом к искусству, что подарил им свою работу, небольшую работу, которую с радостью приняли в подарок, и которая стала предметом для рефлексии всего вот этого обширного постконцептуалистского круга экспонентов галереи, первой галереи. Таким образом родилась выставка, которая называлась «Раушенберг нам, мы Раушенбергу». Все участники этой выставки создали свои реплики на эту работу. И таким образом сложилось очень стройное, поскольку круг был тесный и стилистически близкий, такой как бы гомогенный, я бы сказала, несмотря на все индивидуальные различия, возникла очень стройная, интересная, интеллигентная выставка, которая не могла не заинтересовать представителей Министерства культуры Советского Союза, которая как раз в тот момент ломала голову над тем, что же в этот кульминационный год перестройки показать в павильоне России на Венецианской биеннале, которая уже надвигалась, она должна была состояться в 90-м году. Павильон еще функционировал, ему требовалась кардинальная перезагрузка, как сказали бы наши американские коллеги. Перезагрузка нужна была именно потому, что, начиная с 56-го года, когда после длительного перерыва Россия, вернее СССР, возобновил показ советского искусства на Венецианской биеннале,
Экспозиции в этом павильоне категорически игнорировались международной художественной прессой. Единственные, по-моему, рецензии вышли именно вот в тот момент, в 56-м или 57-м году, боюсь ошибиться, но где-то вот в этом районе. И, насколько я помню, цитата из одной рецензии, насколько я помню цитату, там было сказано: «Советский Союз говорит со всем миром, миром искусства на мертвом языке». То есть язык советской живописи, какой бы инновационной она ни казалась внутри Советского Союза, был абсолютно герметичен и непонятен тем, кто уже освоил язык абстракции, язык объекта, язык поп-арта и абстрактного экспрессионизма. Собственно говоря, вот социалистический реализм оказался мертвым диалектом на этой международной художественной ярмарке тщеславия. И в 89 году было решено привести в Венецию в полном составе выставку, подготовленную первой галереей. Конечно, она была дополнена, но тем не менее в основном ядро проекта сохранилось. Таким образом, коммерческая галерея впервые предоставила государственной организации Министерства культуры СССР свой продукт для представления страны на международной художественной, на международном художественном форуме. И показала страна себя таким образом очень и очень неплохо. Конечно, мы можем списать это на то, что тогдашнем международном художественном сообществе к России относились не только с великим интересом, но и с плохо скрываемой снисходительностью. Но, тем не менее, экспозиция российского павильона получила жюри биеннале, так называемые «Менционе доноре», что на самом деле очень почетно, и с тех пор русский павильон ничего подобного не получал. Был, правда, «Золотой лев» в 93-м году, но это уже другая история. Это уже история, скорее, не страны, а отдельно взятого художника, о котором мы еще будем говорить сегодня. И для того, чтобы завершить рассказ об этом первом героическом путешествии в мир идеального художественного рынка, на котором нет ни продавцов, ни покупателей, а есть некий концепт того, какой должна быть галерея современного искусства, какой у нее должен быть интерьер, какое искусство она должна показывать. Вот эта блистательная функция, которую выполнила первая галерея, она завершилась фактически в 92-м году, когда галерея закрылась, поскольку, как я уже сказала, 92-й год был годом решающим и в экономическом плане для страны, для любого коммерсанта, который тогда вел бизнес. И на этом месте открылся, если я не ошибаюсь, сначала ресторан, а потом салон какой-то там мебели эксклюзивный, как водится. Но, тем не менее, как я уже сказала, здесь состоялась, в первой галерее состоялась вот эта инициация Москвы, ее первое вхождение вот в эту, ну, как бы в эон галереи, как некой мыслеформы. Как писал один критик в своей статье в 90-м году, описывая первую галерею: «Здесь тишина, прохлада и клюквенный сок у мраморной стойки. Здесь начало новой жизни для нового поколения художников в период плюрализма, хозрасчета и перестройки». Вот так вот гордо прозвучал этот панегирик. И надо сказать, что многие галереи в тот момент действительно ориентировались
на такой вот западный идеал, увиденный в немногочисленных поездках за рубеж. Если вы помните, разрешено было выезжать с достаточной легкостью всего лишь за несколько лет до этого. Не надо было уже получать разрешение на выезд, можно было менять более свободно валюту. И люди начали ездить, люди начали смотреть потихоньку, как организовано дело в Европе, в Америке. И, конечно же, вот этот идеальный образ галереи, которая не только является лавочкой по продаже произведений современного искусства, но еще некой точкой, где отрабатываются основные очень рискованные стратегии художественные, это тоже было в значительной степени отрефлексировано. Другое дело, что у большинства тех, кто, может быть, задумывался о том, а не открыть ли мне галерею в Москве, далеко не все они имели такую возможность. То есть не то, что далеко не все, просто почти никто не имел такой возможности. И один из первых шансов, который был выдан московскому кругу потенциальных галеристов, был выдан организацией, которая, как я уже в прошлый раз говорила, имела очень неопределенный статус, декларировала она себя как некоммерческая, негосударственная организация, но по факту была поддержана муниципальными властями. Это Центр современного искусства на Якиманке, тогда улица Димитрова. И вот перед вами внутренний дворик этого центра, который состоял фактически из трех двухэтажных строений, почти полностью руинированных, которые надо было привести в порядок и обжить. Директор, художественный руководитель, вернее, тогдашний Центр современного искусства Леонид Бажанов, как человек очень энергичный и оптимистично глядящий в будущее при каких бы то ни было обстоятельствах, предложил сразу очень многим своим друзьям и знакомым занять на выбор любое из помещений этого центра. И очень скоро, уже в 1991 году, здесь начинают открываться первые галереи, каждая из которых по замыслу Бажанова должна была занимать какую-то свою стилистическую технологическую нишу. Так, например, студия 20, вы видите на стене вывеску этой организации, должна была показывать современное интеллигентное фигуративное искусство, живопись и графику. Галерея 1.0 предполагалось, что она будет работать с постконцептуальным искусством в самых разных его формах. Галерея «Дар» должна была заниматься наивным искусством. Галерея архитектурная, уже по названию ясно, занималась всем, что связано с архитектурой. Галерея «Школа» позиционировала себя как первая галерея, которая работает с фотографией как видом изобразительного искусства. Например, галерея «Има Пресс» должна была показывать все, что связано с новаторским дизайном. В Центр современного искусства также входили следующие галереи, которые обязательно должны быть названы. Это галерея Гельмана, которая существует и по сей день. И не случайно в одной из статей 95 года Марат Гельман написал: «Бажанов – это человек, которому я многим обязан в своей жизни». И вероятно, что не будь этого предложения от Леонида Бажанова, Гельман так и не открыл бы свою галерею в этот период, в 91 году. Статья была 93 года, извините. Сюда же входили такие галереи, какие я еще не назвала.
Да, при центре была своя галерея, она называлась галерея-лаборатория и предоставляла свои стены, свой пол и потолок тем проектам, которые совсем уж отчаялись найти себе место для реализации, то есть это были самые рискованные, самые, возможно, невзрачные, непонятные, сложные проекты. Туда переселилась галерея «Эрмитаж». Это галерея, которая отпочковалась, вернее, оказалась таким остатком любительского объединения «Эрмитаж», о котором я упоминала в нашей прошлой встрече. Это галерея объединения, которая в 86-87 году проводила весьма значительные показы современного искусства на территории выставочного зала в Беляево, возле метро Беляево, по адресу Профсоюзная, дом 100. Сам Центр современного искусства при этом тоже обладал выставочной площадкой, самой большой, состоящей из трех больших залов. И именно туда, собственно, Центр проводил свою собственную выставочную политику, а также предоставлял свое помещение тем галереям, которые хотели сделать что-то более масштабное, то, что не помещалось в их маленькие комнаты. Это, кстати говоря, очень характерная черта галерей, которые появлялись в начале 90-х. В отличие от первой галереи, это были очень маленькие и очень бедно обставленные помещения. Зачастую, то есть почти всегда, без запасников, без стоек, сидящих за ними молодыми людьми в хрустящих от крахмала рубашечках и красивых туфлях. Это были помещения с плохими полами, кривыми стенами. Но, как ни странно, именно эти места в Москве в тот период были, наверное, наиболее энергичными территориями, наиболее мобильными, наиболее сильными. Именно на самом деле именно галереи, особенно поначалу, в начале 90-х годов, формировали художественный облик Москвы. И именно там возникали новые течения, складывались свои коалиции, там же они распадались. Галереи были вольны менять свою политику, свою, так сказать, конюшню, набор художников, поскольку формировать такие эксклюзивные группы, работающие по эксклюзивным договорам, естественно, ни одна из галерей не могла себе позволить исключительно и только по финансовым соображениям, с одной стороны. С другой стороны, эти молодые организмы были не способны к такого рода стабильности, они требовали бесконечных перемен и очень быстрых перемен. Удивительно, когда мы смотрим художественную хронику того времени, как часто открывались выставки, несмотря ни на что, несмотря на экономический кризис, несмотря на, я не знаю, прогнозы погоды, политические опасности, которые перманентно выдвигались тогда на рядового русского человека, московского человека. Ничто не могло отменить вернисаж, если он был назначен. Многие галереи открывали выставки не только раз в месяц, но и гораздо чаще, раз в две недели. И сегодня, когда мы смотрим на эту историю, мы поражаемся ее богатству, ее насыщенности и разнообразию. Одновременно с этим, конечно же, хозяин, либо владелец, либо куратор галереи определял ее линию развития. И он же определял облик художника, когда тот попадал в стены этой галереи. Один и тот же художник мог быть абсолютно разным в стенах разных галерей, что, конечно, сегодняшних позиций кажется большим преимуществом времени. Конечно, с другой стороны,
Художники страдали от недостатка финансов, так же, как и галеристы, но это не лишало их оптимизма и веры в завтрашний день. Перед вами экспозиция выставки в галерее 1.0, куратором которой был Владимир Левашов. Финансировал все проекты не он лично, конечно же. В данном случае существовал некий такой закулисный инвестор, который никогда ни в одном официальном интервью или статье не был назван, но он все-таки был. Он помог отреставрировать это помещение и весьма рассчитывал не только на очень быстро обретенный высокий статус галереи, то есть с точки зрения пиар это была безошибочно выбранная инвестиционная площадка, но и рассчитывал он на продажи, о чем куратор говорил в одном из своих интервью, что, конечно же, галерея 1.0 нисколько не интеллигентский клуб, как вы могли бы подумать, говорил он, но мы все преисполнены оптимизма, когда мы думаем о художественном рынке. Боюсь, что эти мечты и надежды были в достаточной степени напрасны, и галерист был весьма настойчив в том, чтобы показывать действительно очень интеллигентные, сложные в понимании красивые выставки. Перед вами одна из них – это выставка «Дни открытых дверей» художников из Одессы Ганкевича и Мигаса. И при всей эффектности экспозиции выставка состояла из череды зеркал и телеэкранов, которые лишь имитировали входы в некие застенные, такие иномирные пространства, на деле были реализацией таких вот оптических эффектов. И, конечно, обычный зритель, который приходил на эту площадку, уходил оттуда в недоумении, при том, что, конечно, его не могла не задеть вся эффектность зримого вот этого образа, который ему предъявляла галерея, он был озадачен полным отсутствием какого бы то ни было объекта для продажи. По сути, это место было местом реализации очень смелых проектов тогдашних художников, но одновременно и местом, которое во многом зависело от доброй воли инвестора или финансиста, как угодно можно называть, спонсора, мецената. И с другой стороны, так же, как и многие галереи, возникшие в этот период, галерея 1.0 была местом, где формировалась, ну, скажем так, продукция, некрасивое слово, где возникал будущий музей современного искусства России 90-х годов. Почти все вещи, которые показывала галерея 1.0, это вещи музейного уровня, и если они сохранились, то, а многие, кстати говоря, не сохранились, к сожалению, это работы, которые находятся на самом верху художественного рынка, в самой его дорогостоящей части. Так же, как и таким же образом действовала галерея «Школа», которая, так же, как и галерея 1.0, функционировала в пространстве идеальном, где действовали несуществующие, абсолютно фантомные законы идеального художественного рынка, но при этом полагалась в большой степени на волю, на добрую волю возможных покупателей, которые иногда и находились, но поскольку речь шла о фотографии и других новых медиа, продать что-либо было достаточно сложно. Фотография в тот момент еще не воспринималась как искусство, равноценное живописи, графике и даже
ну, скажем так, объекту инсталляции. Перед вами очень красивая и сложная работа Марии Серебряковой, которая складывалась в большой инсталляционный проект, называемый «Положение вещей». На прозрачных фотоснимках, которые вы видите под потолком, были засняты некие архитектурные сооружения, домики, каждому из которых были пририсованы такие вот сваи, ножки. И сами фотографии были помещены на деревянные ходули, как бы зависая в воздухе. И таким образом мы становились свидетелями не просто фотовыставки, как, в общем-то, в Москве, к которым в Москве давно привыкли, они проходили и на площадке Союза фотографов на Гоголевском бульваре, и ежегодно были показывались на Интерпресс-фото, большой фестиваль фотографий, который проходил в Москве. Это была концептуальная фотография, которая в значительной степени зависит не только от того, что изображено на снимке, тем более, что снимки были сделаны не Марии Серебряковой, они были найдены буквально на свалке, но и от способа показа этой фотографии. Похожий метод использовала Арина Гранцева в своей выставке под названием «Коммерческий». В данном случае она использовала, безусловно, это очевидно сегодня, как бы две идеи, которые для тогдашней московской ситуации были абсолютным новшеством. Во-первых, это коммерческие магазины, которые открылись сразу после того, как это стало возможным с юридической точки зрения. И феномен персонажа московской художественной сцены как медиафигуры. Когда о художниках стали писать как о звездах, когда каждый из них оказывался персонажем светской хроники, стало очевидно, что он существо не просто обитающее в башне из слоновой кости, он не только производитель неких художественных ценностей, он еще и отвечает за свою собственную карьеру тем, насколько он соответствует светской моде, насколько он готов мириться с тем вниманием, которым ему оказывают хроникеры из газеты «Коммерсант», условно говоря, которая, кстати говоря, тоже начинает издаваться именно в этом году. Выставка Гранцевой состояла из таких вот вешалок и полочек, на которых любой из представленных, ну, скажем так, друзей художницы мог дотянуться и взять с полки либо подушку с собственной фотографией, календарик с собственной фотографией, футболку с собственным портретом. И вот на этих подушках вы видите лица. Это лица тогдашних московских художественных звезд. Это Андрей Монастырский, Дмитрий Врубель, Дмитрий Александрович Пригов, Сергей Волков, Юрий Лейдерман и другие художники-концептуалисты. Еще один благодатный источник квадратных метров, которым могла снабдить реальность потенциального галериста, это городские выставочные залы. Перед вами выставочный зал, который мы наблюдали в 1986 году. Он во время открытия выставки советских художников. Это тот самый муниципальный выставочный зал на Октябрьской, 26, который в конце 1991 года обретает новый статус. То есть с формальной точки зрения это по-прежнему городская выставочная площадка, но она обретает большую степень свободы, как в деле
формировании выставочной политики, так и в вопросах коммерческого порядка. Называет себя это пространство «Эль-галерея». «Эль», потому что директором зала является Любовь Сальникова, представитель городских властей, назначенный муниципалитетом, и два куратора – Елена Лена Романова и Лена Селина. Три женщины начинают работать с этим пространством. Все, имена всех начинаются на «Эль», и отсюда название. На этой фотографии мы видим выставку Никиты Алексеева «Крестообразные песни». Это одна из первых выставок галереи «Эль». И мы видим, что, как отличаются выставки, выбранные кураторами «Эль галереи», от того, что здесь было показано в 1986 году. Надо сказать, что почти весь список авторов, которые галерея привлекла к своей работе в первые годы своего существования, это представители Московской школы концептуализма. Те, кого мы только что видели на подушках Арины Гранцевой, и в значительной степени те, кого показывала первая галерея, в тот момент уже закрывшаяся. Но при этом, если первая галерея ориентировалась на все-таки какого-то потенциального покупателя, которому она могла предъявить товар, картину, объект, изъятый из общего экспозиционного пространства, превратившееся в такое сингулярное художественное высказывание, выставки «Эль-галереи» — это вот та самая излюбленная форма выставки-инсталляции, которая очень с большим трудом может распасться на элементы. Ну, скажем, в этой выставке присутствовала некая станковая живопись, но большая ее часть растворилась в истории, не сохранилась. Это вот эти вот крестики, сделанные из дощечек, к которым подвешены бумажные бирки со стихами художника. На этой выставке и подавно было сложно придумать, что бы то ни было, что могло быть продано. Это работа Игоря Чацкина, его проект, инсталляция, можно сказать и так, которая называлась «Книги и флаги». Действительно, там были флаги, в частности, сделанные из сухих кусков хлеба, скрепленных между собой. Книги, между тем, нельзя было безболезненно изъять из экспозиции. Они были намертво привинчены к стенам и являлись своего рода держателями пластиковых цветов, которые вот были таким образом закреплены. Флаги, которыми нельзя размахивать, флаги, которые не являются символом никакого государства, никакого движения, книги, которые нельзя читать, цветы, которые не пахнут. Вот такой вот проект показан в Эль-галерее, и трудно представить себе и сегодня, что какой бы то ни был объект с этой выставки может быть продан в 93-м году и подавно. Надо сказать, что вот эта тяжелая финансовая ситуация, с которой сталкиваются художники того времени, поскольку, как мы уже говорили в самой первой нашей встрече, художественный рынок в этот момент претерпевает не то что кризис, он попросту схлопнулся, он исчез. И те спорадические художественные продажи, которым были свидетелями все участники художественного процесса, они, в общем-то, ничтожны. И именно «Эль-галерея» показывает уже на рубеже 95-96 годов некий художественный ответ мертвому рынку. Это новое предложение, которое выдвигает Владимир Дубасарский и Александр Виноградов, которые с 1994 года начинают работать вместе. Это проект «Картина на заказ». По утопическому замыслу художников
любое коммерческое предприятие могло заказать себе картину, которую художники с радостью выполнят за сходную сумму на тех стенах, которые сейчас перед вами. Две картины. Одна для туристического бюро, она называется «Птица тройка». И другая картина, называется она «Горячий цех». Эта картина, соответственно, для какого-то крупного металлургического предприятия. Надеюсь, тут видно, сюжеты видны, и «Птицу тройку» сейчас можно увидеть живьем в Фонде культуры Екатерины, где сейчас проходит выставка «Ретроспекция». Дубосарский и Виноградов в этот период, о котором я сегодня говорю, в 92-м году, еще не работают вместе, но очень дружат, поскольку оба учились вместе, и оба являются завсегдатаями, участниками выставок галереи в Трехпрудном, о котором будем говорить в следующий раз. Но именно им, наверное, принадлежит ну, такая пальма первенства в том, что касается смещения позиции в отношении того, чем галерея занимается и для чего она нужна. Именно с них, наверное, начинается деятельность галерей как неких мест, где можно купить искусство. В первой же половине 90-х, в 92-м, в частности, году, эти галереи только начинают свою жизнь и только начинают свой путь на этом нелегком маршруте. В частности, такой галереей оказывается галерея ТВ, или, как она сама себя называет, арт-медиа-центр ТВ-галерея. И это не случайно. Эта галерея выбирает для своего поприща самые, наверное, сложные медиа, которые только можно изобрести, это видеоарт и все, что с ним связано. И не случайно, потому что поначалу те, кто был причастен к созданию и функционированию ТВ-галереи, работали как съемочная команда передачи ТВ-галереи. Может быть, кто-то помнит, она выходил некоторое время при продюсерской поддержке авторского телевидения. Потом та же группа начала выпускать так называемое «Шок-шоу», тоже достаточно популярное новорусское такое изделие для телевидения новаторского того времени. Но постепенно команда, связанная с телепроизводством, понимает, что ее ресурсы могут быть полезны и для совершенно нового и ранее неведомого типа деятельности. Это производство медиапродукта. Художники, которые хотят и могут работать с медиаискусством, зачастую не имеют доступа к нужной технике, которая сделала бы их работы более технически совершенными. И таким образом арт-медиа-центр ТВ-галереи начинает работать так же, как и продюсерский центр на базе ТВ-галереи, начинает функционировать техническая студия, которая помогает художникам производить видеоработы. И перед вами вот одна из таких вещей Леонида Тишкова, которая называется «Тварь». Это действительно такая жуткая фигура, в заднюю часть которой вставлен телевизор, который, собственно говоря, транслирует передачи тогдашнего ТВ. Как это водится, критика общества в сторону медиапространства была нешуточной. Галереи Москвы начала 90-х годов распределили свои силы, скорее всего,
неравномерно, в том смысле, что многие не рассчитали своих усилий в том, что касается деятельности долгосрочной. И очень многие закрылись уже к середине 90-х годов, но тем не менее эти галереи производили такого рода товар, который пользовался спросом, если у новоришей, которых хватало на самом деле только на то, чтобы покупать за очень минимальные деньги какие-то пейзажики в Битцевском парке или в Измайлово для того, чтобы украсить свои особняки. И лишь немногие из тогдашних коммерсантов и банкиров понимали, что на мертвом языке больше говорить невозможно, что их зарубежные партнеры потребуют когда-нибудь от них окончательно бесповоротного ответа на вопрос, были ли вы в конце концов в Museum of Modern Art и как вам понравился зал минималистов. Да, действительно, это время формирования корпоративных коллекций, очень многочисленных, но очень заметных на общем фоне, в таком абсолютно ровном поле отсутствующего художественного рынка, вдруг возникали, как в нынешнем Китае, такие вот посреди рисовых полей монструозные корпоративные коллекции, к числу которых относилась, в частности, коллекция Инкомбанка или коллекция российской инвестиционной Российское инвестиционное акционерное общество, сокращенно РИНАКО, под руководством Константина Борового, формировало свою коллекцию именно в этом году, и в этом году помогала собирать коллекцию Ольга Львовна Свиблова, ныне директор мультимедиа-арт-музея. И в 93-м году выставка из коллекции РИНАКО была показана в Париже, потом в Москве и, в общем, имела достаточно шумный успех у французского и российского зрителя, который понимал, на самом деле, о чем идет речь. В эти коллекции попадали не только те художники, которые выставлялись в московских галереях, но и те, кто уже в этот период становится международной мегазвездой. В частности, я говорю об Илье Иосифовиче Кабакове, который был как будто бы делегирован сначала Советским Союзом, затем Россией представительствовать на международной художественной сцене. И это художник номер один из России для всего мира. Правда, некоторые рейтинги указывают место его происхождения Украина, и зачастую называют его украинским художником, отбирая у России последнее. Но так или иначе, его инсталляции показываются в самых крупных художественных музеях. Его приглашают на самые важные международные художественные смотры. Перед вами его инсталляция «Туалет» на очередной выставке документов в Касселе. Однако же эта работа потрясла скорее только западного зрителя. Русский зритель был шокирован скорее негативным отношением и даже оскорблен тем, что его прекрасную разрушенную страну, поднимающуюся бесконечно с колен, представляют именно таким циничным образом, как место, где люди живут вот в таких вот скотских условиях, не замечая того. Конечно, никто ни в Москве, ни в других городах страны, во всяком случае, никто из тех, кто вообще был в курсе того, что происходит в мире современного искусства, не считывал таких вот ностальгических ноток в этой истории Кабакова. Но здесь важно обозначить конфликт, который будет нам важен, когда мы будем говорить о 93-94 годах,
о конфликте между доминирующим художественным стилем, который в Москве занимает полгоризонта, это, я имею в виду, московский концептуализм, и, собственно, лидером которого является Илья Кабаков, и новым поколением художников, которое пытается вытеснить вот этого доминирующего, вот этого как бы монстра на обочину художественного процесса. Однако концептуализм многолик, особенно московский концептуализм, и еще один его представитель, художник Константин Звездочетов, оказывается главным действующим лицом от имени России на тогдашней документе. Он показывает созданную специально для выставки мозаику, которая называется «Артистом-метростроевцем». Это выполнены в классической технике мозаичные панно, на котором вместо метростроевцев с отбойными молотками красноармейцев или строителей, не знаю, БАМы, колхозников и кого бы то ни было еще, изображены знаменитые персонажи фильма «Кавказская пленница», «Трус, балбес и бывалый» во время исполнения хита советского «Если б я был султан». Сама форма мозаики заимствована у художника Юрия Непринцева. Это форма мозаичных панно станции метро «Комсомольская». И вот этот вот жизнелюбивый гибрид был показан в Касселе, и я боюсь, что мало кто из тех, кто смотрел на эту работу в 92-м году в Германии, понял ее смысл настолько, насколько могли понять его мы, тогдашние жители России. И это относится в той же степени к мозаике Звездочетова, как и к туалету Кабакова. Одновременно с этим уже известный вам радикал московский Анатолий Осмоловский оказывается еще одним героем России, в кавычках, конечно, никто ему никакого ордена не давал, но, тем не менее, он один из тех, кто представляет Россию на другом международном художественном событии. Это международная биеннале в Стамбуле, где он с группой «Революционный носитель» показывает инсталляцию «Клаустрофобия анархии». Таким образом, демонстрируя отход от акционной практики, временный, как показала история, и переход к изготовлению таких вот стабильных товарных вещей. Как я уже сказала, первый период истории московских галерей к середине 90-х завершился в большой степени, и далеко не все из тех, кто начал свою работу в этот период, сохранили свои позиции. Этому было много причин, и, конечно же, одна из главных – это экономические причины. Уже очень тяжело содержать помещения, особенно в центре Москвы. Аренды продолжают расти с развитием рынка России в целом и рынка недвижимости, в частности, в Москве. С другой стороны, сказывается и некая моральная усталость тех, кто начинал это движение, тех, кто на своих собственных плечах вынес эти тяжелые, но очень, с другой стороны, радостные, интересные времена и способствовал строению московского художественного мира из ничего, из абсолютной пустоты и даже минус формы. И с третьей стороны, действительно, галереи вынуждены менять выставочную политику, поскольку московский художественный мир начинает выстраиваться по сеткам предпочтений, по жанрам и
технологиям в большей степени начинает зависеть от финансирования, от участия галерей именно в коммерческой деятельности. Об этом мы, конечно же, будем еще говорить, но несколько позже. Тем временем перед вами фотография галереи Гельмана. Интерьер этой галереи, как видите, странен. Однако же это выставка Кошлякова и Шабельникова «Фо Козу». Дело в том, что в 1995 году Центр современного искусства объявляет закрытие своих выставочных площадей, сохраняя за собой только то здание, в котором располагается его выставочный зал. Вся остальная территория прекращает свое существование как независимая художественная площадка. И все галереи, практически все, которые там существовали, закрываются одна за другой. Воспользовавшись случаем, Марат Гельман предоставил стены этой галереи для полного и безжалостного уничтожения, поскольку дом этот идет под снос. Стены были подожжены, с трудом потушены, и уже по обугленным стенам Валерий Кошляков рисует свои замечательные панно, которые, конечно же, не сохранились на выставке «Реконструкция». То, что вы сегодня можете увидеть, действительно реконструкция интерьера. А Шабельников показывает свои остатки своих сожженных картин. Ну вот такой один из символов завершающегося этапа московской художественной истории, которая одновременно с этим еще длится некоторое время, в частности, на московской художественной ярмарке «Арт-Манеж 98» Александр Якут, которого вы помните как галериста, как одного из кураторов первой галереи. Сейчас он не только владелец и куратор Якут галереи, но и куратор некоммерческой программы ярмарки «Арт-Манеж». И вот он стоит рядом с надгробием одной из галерей 90-х, которая на кладбище галерей, которое было центром тогдашней вот коммерческой художественной ярмарки, как это ни парадоксально, и, возможно, и не случайно, поскольку этот год был чрезвычайно важен для нашей истории, об этом мы еще будем говорить. А в завершении я хотела бы сказать еще об одной галерее более подробно, вернее, о двух галереях, очень важных для этого времени, для нашего сегодняшнего времени. Первая галерея – это галерея Реджина, которая возникает в 90-м году, с одной стороны, как прихоть ее создателя, Владимира Овчаренко, который, будучи по своему основному роду деятельности финансистом, банкиром, открывает эту галерею. Сейчас трудно сказать, каковы были его мотивы, вероятно, из чистого любопытства, возможно, он хотел сделать подарок своей жене, именем которой он и назвал свою галерею, Регина Овчаренко, таким образом осталась в истории искусства. И первые выставки в галерее проходят достаточно консервативно. Площадка хоть и небольшая, но достаточно интеллигентно отреставрированная. Это маленький выставочный зал возле станции метро Преображенская площадь. Как видите, банкиры всегда умеют считать деньги, и не центр Москвы стал местом дислокации для этого нового художественного предприятия, а ее окраины. Но, тем не менее, галерист чрезвычайно интересуется тогдашними художественными процессами, знакомится с основными действующими лицами и вскоре приглашает для работы на площадке своей галереи молодого художника Олега Кулика, который до этого занимается исключительно собственным творчеством. Он известен в Москве как автор скульптуры с плексигласа. Олег Кулик становится экспозиционером и куратором галереи Реджина, владельцем которой, я напоминаю, является Владимир Овчаренко. Вместе с Олегом Куликом в качестве
консультанта, художественного консультанта, приходит Людмила Бредихина, жена Олега Кулика, и вместе они абсолютно меняют облик галереи, облик Москвы. Пример галереи Джина как нельзя лучше показывает вот эту структуру московского галерейного бизнеса. Это деньги, которые инвестируются совершенно из постороннего источника. Это деньги, заработанные на другом рынке. Демонстрация выставок галереи сводится подчас к неким эффектным жестам, которые общество рассматривает как либо как скандальную провокацию, либо как эффектную художественную акцию. Так или иначе, галерея оказывается чрезвычайно знаменитой уже после первых выставок, которые курирует Олег Кулик. Они о выставках в галерее пишут все-все газеты, которые были на личности на тот момент в Москве и за ее пределами. Эту галерею нельзя не заметить, и в значительной степени она работает не столько на развитие галереи как бизнес-практики, сколько на имидж владельца и инвестора, и на будущее галереи и будущее русского искусства, которое оказывается, эти инвестиции в конечном итоге оказываются оправданными. Я хотела бы попросить показать первый видеокусок, который называется «Голосий». Нет, нет, не этот. И не этот. А три, вот. Это выставка, которая, как видите, прошла в 1994 году. Она более поздняя, но вполне демонстрирует стратегию и тактику Олега Кулика как экспозиционера. Выставка прошла за пределами, за стенами галереи в Центральном доме художника. И задачей выставки было показать молодого украинского живописца Олега Голосия, одного из любимых авторов Владимира Овчаренко, который, однако же, был против экспедиционного решения Олега Кулика, который решил показать в живопись нетрадиционно, вынести картины, извлечь картины из привычного их положения, как висящих на стене, каким-то разным образом закрашенных прямоугольниках. Олег Голосий был настолько против, что пытался действовать силой, но был заперт куратором в лифте ЦДХ. Выставка открылась. Картины художника были поставлены вот на такие деревянные треноги на колесиках, каждую из которых катил маленький мальчик, одетый в белую рубашку с бабочкой. Фактически я могу сказать, что вся вот эта экспозиционная затея была сформулирована, вообще возникла из одной стихотворной фразы о маленьком толстом мальчике в белой рубашке. Вот так показывают живопись в Москве в 1994 году. И действительно, вероятно, это та живопись, которую нельзя смотреть в статике. И, вероятно, это такие денежные вложения в искусство, которые не могут быть, не быть незамеченными. Можно показать следующий ролик про пятачка. Еще одной наиболее громкой акцией, которая состоялась как раз в 1992 году, была группа... А можно без звука? Потому что это очень мило, конечно. Это был большой проект, инициированный галереей Реджина, который назывался «Фестиваль анималистских проектов». Некоторым московским художникам было предложено сделать выставочные проекты, так или иначе связанные с животными.
Последний проект в этой череде был проект Олега Кулика, который назывался «Пятачок делает подарки». Вот это протест, как только об этом был дан анонс, зеленые, коммунисты, демократы, либералы, анархисты пришли к стенам галереи Реджина протестовать против невинно убиенного, против убийства несчастного поросенка, который никак не заслужил вот такой жестокой смерти. А можно вот сейчас включить звук? А вы что думаете об убийстве свиньи? Ну, это приятно смотреть, но вкусно. Вы висели свиньи от дверной, да? Подавайте, я ее сырую съем, сейчас немножко подмороженную скушаю. Вы только извините, только уберите. Ну, можно теперь уже убрать звук. Понятно, что время тоже надо учитывать. Это, в общем, довольно бедное время, голодное. Но все эти люди, протестующие, они не понимали, на самом деле, о чем идет речь. Речь шла о том, что действительно вот группа мясников во главе с дядечкой по имени Николай вот так вот жутко и бескомпромиссно сделали то, что они делали каждый день. Это не, на самом деле никто не видел этого. Мы видим с вами сегодня эту документацию. На выставке этого не было. Все вошедшие в зал видели только проекцию, видеопроекцию происходящего. Собственно говоря, выставка длилась один день, и состояла она из этой вот видеопроекции, а также из того, что в стене было окошечко, где каждый посетитель вернисажа мог получить пакет со свежим мясом. Таким образом, возникал вопрос у каждого, имеющего отношение к искусству и хоть хотя бы малейшее отношение, насколько эта акция может стать предметом художественной рефлексии. Можно ли делать то, что делается каждый день, миллионы раз в тысячах мясных фабриках, можно ли это делать в пространстве галереи, даже если это не видит зритель? Вот эта практика абсолютно некоммерческого, такого авангардистского толка, перенесенная как бы в галерею, которая никогда ничего не продавала в этот период, а подпитывалась как бы внешним финансовыми вливаниями, очень отчетливо формулирует все парадоксы московского искусства того времени. Деньги частные, искусство радикальное, общество, не понимающее этого искусства, искусство, которое существует в рамках галереи Реджина, это искусство, которое не может быть продано. Но эта галерея, существующая на частные деньги, я просто повторяю это как мантру, чтобы было понятно, какой парадокс нам дает это время. Но, тем не менее, эта выставка происходит в галерее, существующей на частные деньги. И именно эта выставка, благодаря реакции медиа, реакции художественного сообщества, половина из которого бойкотирует выставки галереи Реджина с этого момента, но недолго, замечу я. Вот именно эта реакция делает выставку «Пятачок делает подарки», вот эту выставку-акцию, так сказать, одной из ярчайших страниц московской истории искусства, русской истории искусства, поскольку внутри галереи Реджина были поставлены такие вопросы, которые ставятся в самых главных, ну, как бы таких вот энергетически мощных центрах искусства по всему миру. В тех центрах, которые отвечают за развитие искусства, за то, что двигают искусство вперед. И именно в лице галереи Реджина мы видим вот такое действие
ну, скажем так, независимого капитала, который работает на собственное, не, в каком-то смысле на собственное разрушение, поскольку поддерживает вот эту антибуржуазную рефлексию, связанную с падением основ буржуазного искусства. Еще одной галереи, если вы мне позволите, еще дадите минут 10. Еще одну галерею нельзя не упомянуть, это галерея XL, которая возникает в следующем, 93-м году, и открывается в частной однокомнатной квартире в Уланском переулке выставкой Марины Черниковой. Поначалу никто как бы не понял, что открылось, поскольку все были дружны, все пришли на эту выставку, которая показалась не слишком радикальной. Выставка фотографий объекта, тема телесности, уже становящаяся модной тогда. Но именно галерея XL продемонстрировала, что можно быть радикальным, интересным и на территории абсолютного, ну, так сказать, отсутствия всякого финансирования, как можно быть строителем современного художественного процесса, не обладая достаточным количеством финансов. Она показала, что не нужно для того, чтобы высказаться отчетливо и громко, для того, чтобы сформулировать некие идеи, не нужны квадратные метры, не нужны миллионы долларов или там даже тысячи и даже сотни. Достаточно ритмизированно говорить об искусстве, достаточно чутья для того, чтобы выявлять наиболее острые моменты современности и приглашать тех художников, которым есть что сегодня сказать. Галерея XL проводила выставки каждые 2 недели, и каждой выставке печатала небольшой буклет, где, в отличие от галереи в Трехпрудном, где публиковались обычно шутливые тексты, написанные самими художниками, как правило, в буклетах галереи XL публиковались 2 текста. Один текст галериста Елены Селиной, которая, собственно, почему XL, я забыла объяснить, поскольку Елена Селина ушла с поста куратора Эль-галереи и создала бывшую Эль-галерею, так сказать, XL. Имелся в виду изначально не размер, а вот этот статус смены места. Ну, возникла некоторая двусмысленность, что только помогло галерее обрести свое собственное лицо. Так вот, Елена Селина писала статью приглашенный художественный критик, и писал статью зачастую сам художник для того, чтобы объяснить, прокомментировать вот это лаконичное, очень пунктирно данное высказывание. Можно последний, пожалуйста, видеокусочек? Эта выставка прошла в декабре 1994 года, в годовщину открытия галереи, и называлась она «Выбравшим Пепси». Главным придумщиком здесь оказался Константин Звездочетов, тот самый, который показывал мозаику на документе в Касселе. Но здесь он оказывается снова в роли такого художника-бунтаря, вовсе не иконы концептуалистской московской школы, художника, организовавшего такую вот младоконцептуалистскую группу «Море матросов», в которую входили Даниил Филиппов, Борис Матросов, Александр Петрелли. И состояла эта выставка, очень типичная для галереи XL история, состояла она из монитора, на котором транслировались архивные видеозаписи CNN, репортаж из гостиницы, снятый из гостиницы «Украина», октябрьские события 93-го года, когда танки с моста бомбят Белый дом. На мониторе, одиноко стоявшем в дальнем конце комнаты,
крутится вот эта видеозапись, а весь пол усеян, вот это Константин Звездочетов в тельняшке, а весь пол усеян битыми бутылками от Пепси. Это напиток, который стал, так сказать, молоком для новой, для перестроечного подростка, который обнаружил себя после 93-го совершенно в каком-то ином мире. И, конечно же, выставка Звездочетова и группы «Море матросов», она вот про эти фатальные изменения, которые показали, что те, кто мечтал о Пепси-Коле или Кока-Коле в застойные советские времена, получили и того, и другого в достатке. Они получили Биг Мак, но они также получили разбомбленный Белый дом и множество надежд, многие из которых не оправдались. Вот такая галерея, которая открывается уже в следующем 93-м году, о котором мы, собственно, будем говорить с вами в следующий раз. И если у вас есть вопросы по сегодняшней теме, то предлагаю вам их немедленно мне задать. Спасибо большое за лекцию. Я просто хотела узнать, был ли выпущен каталог выставки Рошенберг нам и Рошенбергу? Нет, не был, к сожалению. Мы с этим страшно мучаемся, потому что ее невозможно реконструировать. Никто не помнит, что там было. И фотографий нет. Спасибо, я надеюсь, вы не испугались бедного поросенка. В смысле, наверное, стоило вас предупредить, но так уж мы действовали в те времена, как провокаторы.